Наша самая заветная мечта – это долгие годы, оставаясь здоровым и подвижным, легко и свободно ходить. Впервые удалось создать экзоскелет, который дает человеку сверхвозможности и исполняет эту мечту. Вы сможете с легкостью ходить и переносить тяжелые грузы. Суставы ног, таза и позвоночника теперь не подвергаются большой нагрузке при ходьбе. И главное, ему не нужен внешний источник энергии. Kinetic Step сконструирован на основе взаимодействия механизма маятникового движения ног и решает основную задачу биомеханики – оптимизацию перемещения общего центра масс человека. Для обычного шага мы приподнимаем маховую ногу, согнув ее в колене, чтобы она переместилась вперед, не соприкасаясь с землей. При таком движении тазобедренный сустав маховой ноги удерживается на уровне сустава опорной ноги. Одновременно с этим опорная нога движется по траектории перевернутого маятника, метронома, и, описывая дугу, приподнимает общий центр масс тела на 5-6 см, после чего из верхней точки с ускорением опускается вниз. Так биомеханика рассматривает движение шагом, как цикл постоянного подъема и падения массы человека на 5-6 см. Мы тратим энергию, чтобы приподнять массу всего тела и ноги, и с ускорением ударяемся пяткой о землю, передавая нагрузку на суставы ног и позвоночника, что является причиной болезни суставов. Чаще всего экзоскелет – это массивный роботизированный костюм, который усиливает работу мышц и дублирует механизм движения человека. Таким сложным конструкциям нужен мощный переносной источник энергии. Они весят от 25 до 40 килограммов и стоят от 80 до 150 тысяч долларов. Основанный на принципе уравновешивания механизма прямого и перевернутого маятников, Kinetic Step имеет вес и размер в 40 раз меньше и стоимость в 150 раз ниже. Конструкция имеет две опорные платформы, которые способны раздвигаться и складываться в разные фазы шага под управлением микропроцессора с датчиками положения и давления. При начале нового шага нижняя платформа маховой ноги прижимается к подошве. Освобожденная маховая нога, как подвешенный маятник, перемещается вперед, не соприкасаясь с землей, в расслабленном состоянии и с прямым коленом, где опора снова выдвигается для нового шага. При таком движении маховая нога опускается ниже опорной ноги и выравнивает траекторию движения общего центра масс. Это маятниковое движение маховой ноги, в отличие от обычного шага, ускоряется в начале и замедляется в конце, когда, вынесенная вперед, нога наступает на землю, не травмируя суставы. Таким образом, тратится минимальное количество энергии только на силу трения воздуха и в суставе таза. Коэффициент полезного действия такого перемещения близок к КПД колеса. Фактически, при ходьбе остается только свободно размахивать прямыми расслабленными ногами. Нам открываются новые небывалые возможности. Сохранив здоровыми суставы ног и позвоночника, легко преодолевать большие расстояния, даже с тяжелым рюкзаком. И, конечно, с возрастом, когда слабость мышц и суставов ограничивает привычный образ жизни, Kinetic Step способен вернуть свободу и радость движения. Его уникальные возможности должны дополнить занятия спортом, походы и подвижный образ жизни, но не заменить его. Эта экологичная и легкая конструкция может быть эффективнее велосипеда, ведь для нее не нужны проложенные дороги. На основе запатентованной формулы изобретения удалось разработать уже несколько конструкций работы механизма. Сейчас ведется работа над креплением для беговых лыж, позволяющая также легко ходить и бегать на лыжах. kineticstep.com